На основании представленных в ЦИК документов предлагается, первое, зарегистрировать уполномоченных представителей политической партии «Всероссийская политическая партия гражданская инициатива» в количестве 3 человек. Второе, зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента. Третье, зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Ксении Анатольевны в количестве 3 человек, а также разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Ну и опубликовать постановление в официальном печатном органе ЦИК, а также в официальном сетевом издании. На должность президента Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак. Кто за то, чтобы поддержать данный проект постановления, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Принято единогласно. Хочу поблагодарить избирательную комиссию за слаженную работу при приеме документов. Все было сделано профессионально, качественно и очень быстро. И хочу выразить надежду на наше гармоничное, плодотворное сотрудничество в рамках избирательной кампании в этот непростой для всех период. Надеюсь, мы все будем действовать в рамках действующего законодательства. И все у нас пройдет с вами... Ой, извините, пожалуйста. И да, все пожалуйста. Пройдет самым благоприятным да. образом. Спасибо. Тоже... Теперь у нас вне зависимости практически от срока служения по себе обязательства, будете приходить сдавать документы в тот день, на который вы изъявили желание. Спасибо. Мы вас в воскресенье ждали. Так что вы можете уже, вот как только откроете, сейчас у вас есть возможность открыть счет, и можете заниматься пропагандой, агитацией, ну, помимо того, что, да, и сбору подписей, да, помимо только вот того, что официально, скажем, на месяц перед выборами, то, что касается агитации в СМИ. Ну, да, короткая, пожалуйста, 9 вопросов. Ну, да, фактически, ну, 4 вопроса.